Song of the Siren disjointed the fight and came back in favor of Fnatic. Что ж, доброе утро, дорогие друзья. HyperXD2, пятый сезон. Собственно, восточный дивизион. Начинаем мы смотреть. Tankfu против команды LGD CDEC. В прошлом это была команда LGD CDEC, сейчас она просто называется CDEC. Как я понимаю, отошли они от бренда LGD. Так, но тем не менее, здесь пошли уже бана-пики. Это у нас групп стейдж. Середина групп стейджей, к сожалению, не получается у нас целиком посмотреть восточные группы. Поэтому так вот включился. Посмотрим сегодня утром. Посмотрим завтра утром, ну и посмотрим, как там дальше по расписанию будет, по обстоятельствам, это уже будем смотреть. Понятно, что время для нас, ну, не самое удобное, в 5 утра мы так начинаем и гоняем здесь чуть ли не до обеда. Ну, посмотрим, может быть, получится так, выкраю деньки. Так, ну и Tankfu банит, Brewmaster банит Death Prophet, Кентаур, Бэтрайдер тоже в банах. Ну и сразу забирает Сковорот Мага, забирает Вайпера с Рубиком себе Tankfu, ну и CDEC думает дальше. Посмотрим, появится ли здесь Faceless Void, ну и какие здесь еще будут комбинации. Появится ли Легион Командера, например, тот же самый в придачу к Скайверт Магу. Ну что я могу сказать. Выпустили 681C. Собственно, матчи 681C я видел не так много. В последнее время как-то не особо получается следить за профессиональной дотой. Попросту не до этого. Но, тем не менее, как я вижу, Death Prophet, Brewmaster, несмотря на минорные нерфы, собственно, как и... Сковорот Мага немножко тоже затронула. Тем не менее, все равно first ban, first pick материал. И отказываться от этих героев команда явно не планирует. Так, ну что, полторы минуты LGD CDEC. Думаю, не стоит их называть LGD, но уж мозолит больно глаза это название их. Задумались. Минут 15 у них осталось. Скайврат, понятно, всегда полезен, всегда приятен. Это и долгие сайленсы. Если что, просто нет кого-то в одиночку. Замедление с огромнейшим ранжом. Все это приятно, но тем не менее, надо добирать, надо показывать. Tankfu тоже достаточно нейтрально набрали. То есть взяли Вайпера, сильный соло-лейнер. Взяли Рубик, всегда саппорт, всегда сворует. Либо Мистик Флэйр, либо сайленс, либо что еще есть доберут. Я думаю, появятся еще какие-то массовые ультимейты, которые Рубику будут очень приятны. Который можно будет воровать. Так, ну и у нас с вами на сегодня два Best of 3. Первый это Tankfu, собственно, против команд CDEC, которую мы сейчас смотрим. После этого начнем мы в 8 часов по Москве. DK против команды LaGaming. Все будет достаточно интересно. Нага. Такой вот интересный ход. Как-то я слышал, народ жалуется, что частенько в последнее время стали матчи чуть ли не по 70, по 80 минут. Как бы у нас не повернулось бы все в эту же сторону. Ну, посмотрим. Нага Сарин. Дело такое, что разгонится, и действительно там можно будет осаду устраивать просто бесконечно с этими иллюзиями. Так, ну и банит Леона. Достаточно давно я не видел Леона, но, как можно понять, в последнее время матчи мы смотрим не так много, как минимум я. Так, ну и Tankfu. Надо все продумать. Банит Эршейкер сразу же. Эршейкер в последнее время прям-таки набрал обороты. В последние буквально 3 месяца взлетела его популярность. Выше некуда. Саппорт удобный. И паромит, и комбинация очевидна, что у них со Сковорот Магом все очень замечательно сочетается. Ну и бан Сэнд Кинга. Парочка. Буквально неразлучно. Они из банов не выходят, что Сэнд Кинг, что Эршейкер. Два землекопа. Агрессивные саппорты здесь никому не нужны. Внезапно какие-то роммеры, внезапно какие-то блинкдаггеры у саппортов. Неожиданно какие-то ультимейты, которые делают минус 5. Никто это видеть абсолютно не хочет.
Так, друзья, в чат, если что, напишите, если какие-то проблемы со звуком, немножко я поменял там себе все. В чате задержка 2 минуты, но тем не менее, я думаю, увижу потом, вспомню через 2 минуты. Банит Вайда. Ну, понятно, более-менее, что скайворот есть, нага есть, нага хоть мид поставь, хоть пофармит она, ну и войд. В принципе, любой соллейн с удовольствием займет. Оффлейн, войд, это уже никого не удивишь. Это год назад, если бы такое сказали, у всех бы челюсть отваливалась. А сейчас это уже нормальное явление. Клокерк. Клокерк от Тонгфу показывает своего хардлейнера. Более-менее вырисовываются уже лейны, что Клокерк в хард отправит. Вайпера можно поставить как в мид, так и на соллейн. Посмотрим. Скорее всего, на мид все-таки его будет поприятнее поставить, чтобы не пришла туда нага. Нага можно заставить отправиться на сейфлейн. Ну и, собственно, Тонгфу примерно представляет должны, что их ожидает. То есть, если нага разгонится, если дать ей пространство, не действовать агрессивно, либо как-то допустить ошибки, просто отступиться, потерять свое преимущество, то нага разгонится, и эта иллюзия не спасет никак. Таск. Вот это уже интересно. Достаточно давно не видел Таска. Как я понимаю, Таска там активно использовал товарищ за SMJ в его HGT команде. Но, к сожалению, я на эти матчи никак не попадался. Все, мне было любопытно, что у них там за схема с Таском. Ну, посмотрим сейчас. Как будто они перемещаться. Как я понимаю, это саппорт Таска, который будет ромиться с сковородмагом. Ну, а Тонгфу забирает себе Бристлбэка. То есть фармит Бристлбэк. Фармит Вайпер. Как я понимаю, один будет собирать Кримзенгард, другой будет собирать Миказм. Ну и Клокерк, собственно, ему достаточно получить шестую на своем хардлейне. Ну и там же посмотрим, что из этого выйдет. Осталось взять какого-то тимфайт саппорта Тонгфу, и в принципе все у них выглядит достаточно неплохо. Конечно, не хватает каких-то прям-таки глобальных кнопок, каких-то прям-таки сильных ультимейтов, не считая, конечно же, хукшота и того, что сворует Рубик. Значит, так забираю себе Тимберсоу у них. Уже даже между саппортами и оффлейнером все очень агрессивно. Есть Тимберсо, огромное количество бурст дэмджа. Тускар со скайворотмагом тоже не стоит недооценивать, что... Понятно, что с Тускаром... со скайворотмагом Тускар явно не будет в комке въезжать. Значит, скайворот просто погибнет там. В драке, в суматохе. Но, тем не менее, один въезжает в комке, дает... Дает оплеуху, Олрос Панч. А другой заряжает Мистик Флэр, то есть шестые уровни на этих саппортах будут достаточно критичны. Посмотрим, возможно, Таск вообще не саппорт, куда-то его отправит. В чем я, конечно же, сомневаюсь. Так, ну что, банят Морфлинга. Решили, судя по всему, что это какая-то саппорт нага и Таск какой-то... Какой-то из соло-лейнов будет стоять, и Морфлинга забанили на случай, если Морфлинг будет в первой позиции, а Тускара отправит либо на мид, либо на оффлейн. С каким-нибудь из саппортов. Последний бан Зевса, и появляется Enigma для Тонгфу. Вот как раз то, чего не хватало. То есть массовый тимфайт ультимейт, какой-то огромный просто АОЕ, какой-то огромный дизейбл. Плюс Мальфис тоже, это все очень приятно. Это и пуш потенциал, и подраться. Enigma всегда в любом драфте полезно. Про этого героя ни в коем случае забывать не стоит. Как немножко меня смутил, должен признать, бан Зевса. Ну, как я понимаю, брали его не так давно, но, по-моему, не так уж он и успешным был использован. По-моему, только один матч я видел, но, как я и говорил, не все матчи в последнее время умудряюсь посмотреть. Так, ну и последний пик здесь от Сидек. Queen of Pain. Забираю себе Maybe. Maybe, напомню, старый боевой товарищ. Господин и Яфица, вместе они отыграли достаточно давно. Ну, разбираю своих героев, сейчас посмотрим, что есть как и кто куда. Ну, более-менее понятно, что это уже все-таки фармящий наг, что это Таск действительно саппорт со сковородмагом. То есть боялись Тонгфу, что там будут какие-то варианты, но нет. Не стали ничего выдумывать и нагу отправлять на фарм, судя по всему. Так, ну что, смотрим, Сидек. 3-3-3. На Тимберсо отправляется на хардлейн, Гардер на таске. Maybe на мид отправится на Queen of Pain, товарищ с непонятными иероглифами будет играть на Наги Сайре. Ну и товарищ Q, собственно, сковородмаг закупает сразу же смог. Понятно, что планируют они какие-то ранние перемещения. Ну, посмотрим, что сковородмаг вдвоем с таском умудряются они нам показать. Так, ну и Тонгфу, Кабу на Рубике. Здесь EU9 на Вайпере. LPC на Enigma, ну и, собственно,
CLV будет играть на Бристлбеке, на Хардлейн отправляется товарищ Жайт, который будет отыгрывать на Клокерке. Так, ну что, никто никуда не убегает. Здесь на руну пошли смотреть, никто никого не видит. Стоят аккуратно на пригорочке Тонгфу и просто ждут. И здесь к ним внезапно, сейчас из угла выходит Пятер, пошел Кабу смотреть, что там происходит. Внезапно к нему выходит вся вражеская команда, запирает его, запирает Ашардами, пошла Энигма на помощь, чуть ли Энигма не попал. Бристлбек приходит, пытается помочь, пытается просто себя обозначить как-то. Разошлись, разбежались. Очень неловкий момент был, что Робик выбежал как-то, он в последний момент успел среагировать, в последний момент успел заметить, особенно учитывая, что здесь из деревьев выходили, то есть вижу, у него появился очень, скажем так, поздно для него. Но тем не менее, обезопасили себе руну таким образом Сидек. Хейс забирает Симберсова, здесь никому не нужно абсолютно баунти руна. Ну и расходится. Наган за своим фармом. Мэби блокирует, старается крипов тангами запулили, статов накупил. Так, ну и как я и говорил, интересно, чем будет заниматься Таск, как он будет себя показывать. Вкачал, конечно, за Ice Shards. Пытался он закрыть товарищей, но закрыть не особо получилось. Так, ворует. Тимберсов сразу же начинает докучать, своровал руну, ну и, собственно, крипов себе забирает. Ранние уровни, все это ему будет полезно. Ну и, в принципе, Клокерка здесь тоже начальный, ранние уровни он здесь точно получит. Пока что к нему никто не приходит, сейчас должен появиться Скайврат, должен начинать его отпугить, но видно, что Рейд пользуется моментом и пытается здесь хоть какой-то опыт получать. На миде Вайпер против Queen of Pain, противный лейн для обоих этих товарищей. То есть, с одной стороны, посмотрим, будут ли шадо-страйки, пока что вкачан блинку мэйби. Ну и вайпер заплюет, мало не покажется. Я думаю, здесь скоро появится у него все-таки коррозив скин, начнет он его максис, учитывая, что это все-таки Queen of Pain, а сам вайпер плотностью особой не отличается в ранней игре, не считая коррозив скина, это самое. Таск пока что старается сделать двойные отпулы. И пока что такое тихо-мирное. Никто ни на кого не набегает, никто не пытается никого убивать. Отпулы делаю здесь. Пытался сделать себе отпул Тимберсоу или Робик. Непонятно, они друг другу помешали. В итоге отпул не сделал вообще никто. Так, проблем небольшой у Тимберсоу. Как-то он даже развернулся, пытался меняться. Там скобу пытался нарастить себе реактив фармер, набрать стаков. Но видно было, что это решение потратить Салю. Ну и, собственно, Салю он это потратил. Хотел разменяться хотя бы ХП, но не особо получилось. Ну, здесь параллельно получает точно так же рэк. Полетели уже аркаим болты. Постепенно обрабатывает Скайврат маг вражеского хардлейнера. Так, руны. На одном выходит Энигма, другую контролирует. Тускар забирает реген, но и все равно он был флоу. То есть, в принципе, руны ему особо не повлияло на геймплей. Так, ну и господа, на меде 7-3 у Мэби. Здесь 9 на 6 у Вайпера. Вайпер старается добивать, старается денает. Так, приподняли. Ну что дальше? Дальше ничего. Два стака было. От Бристлбека, но понятно, что Тимберсоу здесь никак не убьют, как бы они ни старались. Тимберсоу здесь надо очень много ошибок допустить, чтобы погибнуть от этого лейна. Понятно, что и Бристлбек, конечно, может он на стак с огромным количеством искусственного СЛГУ, но пока он будет это стакать, само собой сообразит и бежит. Тимберсоу, так, ну и поехали. Первый комок въезжает, въезжает Вайпера. Сразу же прыгает Мэби, дает Shadow Strike. Ну и Вайпер отсюда уже точно никуда не уйдет. Первый королев скин, но я думаю, даже если был второй, либо третий, ему бы это совершенно точно не помогло. First Blood забирает Мэби. И сразу же 1000 золота в кармане, можно делать закупочки. Посмотрим, сейчас появится ботинок, появится у него Magic Wand. Ну и отлично отыграли, как только третий левел получили. Как я понимаю, третий даже только сейчас получил Тускар. Они вдвоем приходили вторых левелов. То есть было замедление, были аркаим болты, но этого было достаточно. То есть просто прибежали и скоординировались, уничтожились. Никаких таймингов, ничего у них особых не было. Ну и Тимберсоу примерно понимает он, что может вести себя очень смело на этом лейне, поэтому не стесняется, идет такой трубик и получает в ответ соплей. И бежает. Чихает у него Бристлбек, неприятно. Ну и понятно, надо отойти подальше от этого товарища. Уж больно он противный. Queen of Pain за руной. Рядом Энигма, пытался он сденаить руну, видно, Эдалоном. Неплохо отыгран, но тем не менее не успел немножко.
Так, ну Рейд забирает кейт, нападает на Сковород Маг, запирает его, притом еще и волки его кусают. Сковород Маг огромная неприятность, теперь волков переагрил на себя Рейд, у Рейда теперь на самом деле проблемы, но все-таки успел убежать. Не дотянулась немножко Нага, а у нее инснера-то и нет. То есть, в принципе, Нага там не особо помогла бы. Но Таск переместился на топ. Пришел он помогать Тимберсону, которого, судя по всему, наседали здесь, прилетел он спасать. Ну и понятно, выходил Энигма, тратил стан на этого Тимберсова, и, собственно, поэтому был вызван Тускар. Ну, Энигма намерение достаточно серьезно, у нее Солринг на 4-го левела. Пора ломать Таур. Стоит смотрит Тимберсол, можно попробовать забрать просто всех крипов. Так, комок, сажает в комок Тимберсол, сразу же прилетает сюда Мэби и начинает разбираться со всем этим трилейном. Неприятностью Энигмы. Энигму закрыли, Рубик вроде бы живет. Энигма погибает первого, а вот Рубика... Но Рубик уже навряд ли догонит, нет 6-го левела, только 3-го левела Тимберсоу. Ну как-то думали побежать до конца, но до конца смысла здесь бежать абсолютно нет никакого. О, Мэби все-таки обошел. Находит он Рубика, добивает. Что, 3-0. Сидек начинает очень уверенно. Важно понимать, что у них есть план Б. План Б это Нага, но я думаю, если они так и дальше будут продолжать свои перемещения, то мидгейм останется за ними, и Нага там уже, возможно, даже и не потребуется. Понятно, что у Тонгфу там и Бристлбэк постепенно включится в игру, и Клокерк сейчас получит свой ультимейт. Прибежит, но Клокерк пока что только 3-й левел получил, и на этом пока что ее приключение заканчивается. Сходит, думает, когда же к ним приведут крипов. Боится вражеских саппортов, непонятно, куда они сейчас делись. И, собственно, заодно пошел смотреть на Рону. Пока что здесь за Алфенером следят, видно, что гоняют. Пришлось даже звать Queen of Pains, да, Сидек. Но Тонгфу никак не поправит свою ситуацию, то есть у них Клокерк вообще без опыта. Тимберсол таким образом уже 5-го, ну и Мэйби забирает дабл дэмэдж. Пошел смотреть, что есть в лесу, находит Энигму, покричал, Shadow Strike дал, приезжает заодно Тускар, и это минус Энигмы. Ну и все, вдвоем эти ребята готовы каждый раз выходить на дело и готовы убивать кого угодно. Рубик стоит, делает отпул, приходит сюда Мэби, делает, начинает воровать отпул. Крипы подушкой можно давить. Заползает по Тауру, моментальный телепорт, пора бежать. Очень неловко здесь оказался Тускар. Пробегал он как через Тауру, планировал бежать, но прячется в комочек. Пока что просто он на кого-то, похоже, райт-кликнул. И поехал, поехал, поехал. На самом дальнем крипа умудрился уехать. Пытается бежать, вайпер его заплевывает. Видно, что вайпера позвали на помощь, но контрганг здесь толком не удался. Распугать распугали, но в ответ никого так и не убили. Ну и Таск просто уходит. Ботинок у него есть. Нажал в район своей вышки и просто ушел. Вайпер не самый быстрый товарищ. Хоть и ботинок у него тоже есть. Так, ну и Ред. Ред видит, что Тускар на топе, поэтому можно здесь вести себя чуть более агрессивно, хотя бы опыт приходить получать. Пока что только 4-й, видно, что остает. Очень ощутимо он отстает уже от Тимберсок, который скоро получит свой ультимейт. Скоро у него станет все просто замечательным. Ну и Мэйби видно, что готов он играть агрессивно и готов весь мидгейм, собственно, на своей спине вывозить для Наги. Понятно, что Нага в игру включится совсем не скоро, если вообще включится. То есть это план на такой самый крайний случай. Ну, либо прибежать, прилететь, спеть песню на случай, если совсем все плохо. Но Queen of Pain Тускарами, я думаю, сейчас развернутся в полную мощь. Конечно же, второй сиджил позволит либо догонять, либо просто убегать. Собственно, за счет сиджила он бежал в прошлый раз. Вайпер на хейсте. А Мэйби слетал на базу, отрегенится, возвращается обратно, понимая, что урон у него своровали. Вардов у него нет сейчас. Вот это, пожалуй, немного неприятно. Единственный вард стоит здесь. У Резентов. Нагу обезопасили. Но видно, что остальные варды у Сковород Мага. Сковород Мага надо начинать перемещать куда-то. Ну, здесь как раз выходит Энигма. Готовится опять пушить. Как бы сейчас опять им не прибежал к ним в гости Мэйби. Мэйби пока что отправляется искать эту самую Энигму. А телепорт у него в кулдауне. Он прилетал, собственно, на вышку. Становится понятно, где Энигма. Но есть уже чекрам, и крипы все сразу забираются. Queen of Pain можно отправлять на перехват. Но видно, что вардом Дарри ситуацию распознали. Ну, Энигма аккуратно. Весами огорода. Нет, все, не стал он бояться. Так, Queen of Pain. Где есть?
Думал, курьер убивает, но нет, вроде бы живут. Все живут. Так, ну сюда, раз они здесь все оказались, раз они здесь пытались спасать свой тавр, решили, что пора, похоже, самим пытаться искать Энигму. Энигма вернулась в лес. Энигма продолжает фармить, и этого допускать нельзя. Поэтому двое саппортов отправляются на поиски приключений. Их прекрасно видит Рубик, то есть можно сейчас как-то обустроить эту всю ситуацию. Так вот они мимо друг друга прошли. Так, выходит в мид. Через тауэр их видно уже давно, понятно, но тем не менее. На вайпера наступает сразу же моментально телепорт от Кокер, который готов весь тайс коги всех запирать. Queen of Pain прыгает, начинает на всех кричать, но сразу же моментально отпрыгивает обратно. Ну и попался таск. Как-то он просто один бежал. Здесь сразу же моментально четверо оказались, но видно, что не пошло. Но тем не менее, один пробежал. Точнее, как один. Со Skyward Magum, который все понял, успел улететь. Пробежали они по всей карте вот так вот. Время немножко потратили, но тем не менее время потратили. Тонфу, что прилетали они сейчас. Прилетели, убили одного саппорта. Получилось не очень эффективно. Мэби просто иллюзии распугивает чуть ли не всю вражескую команду. Понимает, что это иллюзия, но уже момент упущен. Уже приходит настоящий Мэби, попадает в Black Hole, разворачивается моментально. И Рубик и Вайпер начинают пытаться убивать Queen of Pain. Queen of Pain живет, Queen of Pain отпрыгивает. И сразу здесь Тимберсой и минус один. Так, Локер влетает. Влетает, между прочим, на Skyward Mag. Skyward Mag убивает. Здесь Вайпер все еще живет. Вайпера никто не может добить. Все просто разбежались. Возвращается обратно Мэйби. Успел отбиться и просто сдувает обоих. Убивает Клокерка, убивает Вайпера. Нага появился, спел Рубика. Рубика остановили. Ну и Рубика распилили здесь. Мэйби его добил. Получает трипл килл. Отлично отыграл. То есть началось все с того, что развел он на своей иллюзии. Ну и после этого скоординировался. Отлично. Сидек. Мэйби вернулся обратно, еще и накричал на всех, еще и трипл килл собрал. Ну что ж, отлично. Первый, можно сказать, чуть ли не массовый тимфайт. Как-то не ожидали Тонгфу такой, такого массированного ответа от команды Сидек. Но видно, что Сидек настроены очень серьезно. Тауэр на меди сломали. Нага отправляется обратно фармить. У нее 3200, сейчас скоро появится у нее релик. Энигма поняла, что 5 на 5 достаточно сложно все получается у них. Поэтому надо попытаться посплитпушить. Но видно, что сразу же эти попытки пресекаются. Тускара надо как можно быстрее получать его ультимейт. Собственно, приходит он здесь воровать опыт. Но Наг уже здесь готов крипов добивать. Ну, кстати, уже шестого таск. То есть он ходил, перемещался, пространство создал, а потом на меди они подрались и стало все сразу же. Вот так, здесь проблемы. Проблемы Скайврата, похоже, летел на нее Клокерк, но попал он под Мистик Флэр. Вот он шестого Скайврата, похоже, тоже не ожидал. Что саппорты просто на мид пришли и показались, там вроде Скайврата даже убивали, но тем не менее свои ультимейты они заработали, и сейчас они уже представляют из себя достаточно опасную боевую силу. Ходит Рубик. Как-то он здесь просто огребает от Queen of Pain. Урнава Тимберсо, давайте посмотрим, как здесь дела по нетворсу на самом деле. Наг на первом месте это понятно, мэйби на втором это тоже все понятно. Бристлбэк. Пауэртрейд, Витальти Бустер. Как я и говорил, нацелится он на Кримсгард, но Кримсгард появится совсем не скоро. И, собственно, Вайпер. По такой же схеме Клок он купил. Коррозив скин замаксил, а помимо этого артефактов у него нет вообще в принципе. Понятно, что меку им будет делать Энигма. То есть план был неплохой на самом деле, что соберет Бристлбэк, Кримсгард соберет, Энигма, меку соберет Пайп, Вайпер, и можно бежать вперед всех убивать. Но видно, что Сидек начали свои боевые действия значительно раньше. И пока что успешно их проводят. 9-2 счет. И по графикам все выглядит примерно вот так. Это к 5000 приближается график по золоту. К 4. По опыту пока что Сидек чувствует себя комфортно. Так. Приподнимает Мэйби Рубик. Ультимейта у Рубика нет. Рубик 5. Так, ну есть какая-то резня. Еще один Мистик Флэр. На Бристлбэка. Волрус Панч Энигме. Энигме, похоже, здесь пытался помочь здесь Бристлбэк. Ну и Блэк Холла у нее не было. Поэтому они с Бристлбэком так оба и погибли. Вот, кстати, проблема здесь. У Скайврат Мага чуть не погиб этой Долона. Так, ну урна должна быть у Тимберсоу. Тимберсоу должен всех прохилить, но нет, вроде отправляет он их на базу. Так вот он сказал, что есть урна, похоже. Нет, как-то они просто перекалибровываются. Так, внезапно прилетает вторая урна. Ну это мы знаем такие вот стандартные схемы. Ну, в принципе, ничего плохого в этом нет, то есть не всегда же дерутся 5 на 5, если Тускар сейчас будет перебегать где-то в доме с Мэйби, они будут драться, то есть сам себя прохилит, заряд тоже получит.
Ничего плохого в этом нет. Maybe на топ. Maybe есть уже Oblivion Staff. Есть уже второй Oblivion Staff. Хватает денег, как минимум, на него. Я думаю, Оркид сейчас появится очень быстро. Но Нага в лесу. Нага уже давно с реликом. Нага дофармливает сейчас свой рецепт на Радианс. То есть Радианс будет 15-минутный. 16-минутный, учитывая, что на базу сейчас им надо бежать. Тимберсов перемещает на сейфлейн. Нага пока что на базе все равно. И он здесь должен разгонять тонкфу, которые стоят просто и получают опыт. Так, ну что, на топе. Здесь просто уничтожили какую-то иллюзию непонятную. Пошли смотреть, как дела у Бристлбека. Бристлбек уже с вангардом, уже достаточно плотный, то есть придется как следует на него кричать. Так, Локерк влетает, влетает в очередной раз на сковород мага. В очередной раз получает же Мистик Флэр. Ну и сдувает. Как-то не сдул Мэйби, на самом деле. Мэйби наверняка решил контрольный дать, но сковород маг и сам справился перед смертью. Точнее, уже после смерти он Локерка успел добить. Так, ну что, летит. Летит рецепт на Радианс. Сейчас начнутся походы эти. Иллюзии бесконечные. Которые нужно будет пересекать. Притом иллюзии скоро начнут еще и самого Рубика очень больно бить. Так, ну и что в плане пайпа? Пока что только худ. Пайп появится совсем не скоро, но видно, что танкфу здесь уже в агрессию совершенно точно не перейдут. Не совсем понятно, как они собираются убивать этого Тимберсо. Который уже 10 левела. Понятно, что реакция фармер в качестве единичка. Понятно, что если его поймают... ХП у него не так и много, но в то же время летает туда-сюда, вообще никого особо не стесняется. Ну и, собственно, Мэйби, который прыгает, бегает, всех убивает, на всех кричит. 6-0-2 у него счет. Так. Здесь как-то просто мимо. GG, говорят, Тонгфу, и вот так. Как-то я не совсем такого ожидал, но здесь убивает как раз Бристлбека. 13-3, и, похоже, Тонгфу то ли деморализованный, то ли еще чего. Просто сдаются. Как-то... Немножко обескураживает такое, но... В принципе, можно их понять. Камбэк механики. Камбэк механиками, то есть добавили 6.82, сразу же понерфили обратно. Ну и решили Тонгфу, что у них вообще ничего не складывается, поэтому... Давайте попробуем следующий. Посмотрели они, похоже, увидели, что Радианс прилетел там в район 15 минут, и уже поняли, что... Даже если сейчас будут у них какие-то камбэки, то... Ничего они сделать толком так и не смогут. Ладно, ждем второго матча, пока небольшой перерыв.